Всем добрый день, дорогие друзья. У нас новый день, новый влог. Я сижу, перебираю носки, парные делаю. Так, Оксана, окружающие страницы 76, 77, 76, 76, 7. И садимся с Оксаной делать уроки. Так, мне надо просто все носки перебрать. Я сижу, вот перебираю. Другого времени, потому что у меня потом не будет перебрать все носки. Многие писали, да, они, наверное, носки выкидывают после стирки. Ой, после носки сразу. Нет, ребят, мы их не выкидываем, мы их перебираем. Вот. Так. Вот, читай, иди. Да, читай. Потом мне расскажешь, что прочитала. Если не поняла, будешь еще раз читать. Носков столько каждый раз после стирки. Я не знаю, или у меня такое одно, то, что у меня каждую стирку потом получается, после стирки не хватает носка. Мне надо эти мешки для стирки купить. Я все забываю, мешки для стирки купить, чтобы носки никуда не девались. То прямо аж куда-то вот пропадают носки, и все. Потом приходится отдельно слаживать по одному, потом вот собираю опять, все перебираю. И так постоянно, нескончаемый поток носков. Напишите, как у вас. У меня, наверное, одной, да, только так. Что-то вот Катя любит носки занашивать до такой степени, что они аж потом у нее не отстирываются. Это кошмар какой-то. Так, папины носки. Вот так вот и сидим, перебираем. Сегодня я не стала отводить Марину с Ваней в садик, потому что у нас минус 30 градусов. Вы извините, что я вниз смотрю, просто я буду сразу делами заниматься. И с вами поговорю заодно. Минус 30 градусов, короче говоря, у нас на улице. Вообще полный кошмар погода. Ужасная. Просто ужасная погода. Напишите, какая у вас погода, потому что мы вообще это... У меня сейчас муж варит гороховый суп, у него всегда вкусный он получается. Поэтому я его никогда не готовлю. Готовит только он гороховый суп. Пирожки дети еще не доели, поэтому мы еще смотрим, думаем, жарят ли нам другие пирожки. Дети ничего уже не хотят. Все, заелись. Так что будем думать. Как и что. Ладно, я буду, чтобы мне сосредоточиться, буду дальше заниматься носками. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Всем привет. Смотрите. Да-да-да, Ваня. Смотри, как девочки там поехали. Кошку не открывай. Да я не открываю. Там... Там холодно, там мороз 32 градуса, а девочки все равно пошли гулять. Вот так вот гуляют. Девочки, скажите привет. 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 Ты че лохматая? Че, сейчас за уроки будем садиться? Маша, ты садиться когда будешь? Сейчас с Оксаной будем новую тему изучать, там учитель прислал. Ну, знаешь, какую. И вчера я в Инстаграм выставляла фотографии. Некоторые угадали, кого вы слепили. Там получилась кошечка, собачка. И третий кто был у вас? Зайчик. Так что победителей поздравляем. Правда, без приза, просто. Кто угадал, тот молодец, да? А на печке у нас разогревается гороховый суп. А на улице у нас минус 40 градусов.
Пишите, какая у вас погода. У нас вчера было -32, сегодня утром стало -38, сейчас уже -40. Это получается морозы, морозы, морозы. Так, я поставила обжаривать морковку, закинула куриные крылышки. Сейчас на пенку будут убрать, будем варить рисовый супчик, дети просят. Обжаривала уже лук с морковочкой, закинула уже туда картошку, пенку сняла. И сейчас будем... Так, на чайник проверить, закипел, нет, да, закипел. Да, тут кто-то из подписчиков написал, что она что-то готовила возле печки, ей не понравилось. А мне каждый день приходится, ребят, готовить. Ничего. Муж сказал, увижу газовую плиту дома, выкину нафиг и сломаю. Так, сейчас закинем еще укроп и все. Неудобно одной рукой закидывать. Вот как-то так. Сейчас остатки вывалю укропа и пускай дальше доваривается. Тайсон, Тайсон, скажи всем привет. Тайсон, Тайсон, мой мальчик. Я сходила в магазин за молочком, хотела показать, смотрите. Дети тут что-то пытались делать. Но снег рассыпчатый, говорит, не клеится ничего. У нас мороз. Мороз. На утром было -38. О, Тайсон подтягивается. Красота. Пишите, какая у вас погода. Ходила в магазин. Знаете, вот я сейчас сочувствую городским. В чем? У нас проблемы по городу стали с отоплением. А у нас дома тепло, лапа. Мы в любое время взяли, затопили печки. У нас кайф. Ладно, не об этом суть. Сходила, взяла молоко. Света, на, прибери молоко. Оно аж внутри со льдом. Три. Четыре. 5. И купила колбаски. Сейчас сделаем салат. Там есть рис вареный, яйца вареные. Лук есть. Крабовые палочки надо достать. И салат сделаем. Так что вот так. И 2 булки хлеба. Вот такие вот все мои покупки. Так что вот так. Тут еще кое-что есть, но это не для этого, не для обзора. Так что, если интересно, оставайтесь с нами. Наложила маленьким супик кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я пойду маленьких кормить. Дорогие друзья, у нас вечер. И как вы думаете, что это у нас будет? Это у меня дочь Света крошит салатик. А вы напишите в комментариях, какой это будет салатик. У нас уже вечер. Ребятки, наконец-то уже почти все сделали уроки. Да, Света? Ты делала? Нет, еще Света еще не делала. Кошмар. Я за этими уроками я скоро повешусь. У нас морозы, как вы поняли, до 40 градусов. Иногда даже выше бывает. В школу у меня никто не ходит. Посадили на дистанционную ввиду того, что в школе очень холодно. У нас по городу несколько котельных плохо работает. Поэтому вот такой вот ЧП у нас по городу. Раздают людям обогреватели. Ну вот, как мне знакомые сказали, что вот раздают. Ну не знаю, правда, неправда, но вот слухи такие ходят. В интернете даже пишут. Ну, холодно очень. Но у нас дома тепло. Можете не переживать, дома тепло, потому что печку в любое время взял, затопил, у нас хорошо. В этом плане вообще классно. Тем, у кого печки все поубирали, вот в некоторых деревянных домах, раньше же были печки во всех деревянных домах, но многие поубирали их. Сейчас они мерзнут, сидят, а мы наоборот. У нас тепло, да, Светик? Мы утром встали, затопили, в течение дня еще потопили. В любое время, когда нам надо, мы взяли, затопили. И тепло, и хорошо. Сегодня сварили супик, девочки делают уроки. Мася тут стоит, просит, что-то ей надо. Что тебе надо? Суп наложить? Ты наложила суп? Нет, сейчас, Мася, я тебя накормлю опять. Так что вот такие вот у нас дела. Если вам понравилось... Света, а какой ты салат делаешь? Можешь сказать? Короче, говоря, Света делает крабовый салат. Фотографию потом в Инстаграме выставлю. Как Светик делает салатик. Мася, Мася... А, то, блин, Мася говорит, смотри, Мася стоит на задних лапах. Видела? Мася...
Ладно, дорогие друзья, всем желаю всего самого хорошего, всем желаю крепкого здоровья, всем говорю, берегите себя, берегите свое здоровье, мася не скули. И всем говорю, пока-пока.